Привет, ребята! Это новый выпуск рубрики ЛГБТ «Лучшие геймерские бюджетные товары». Почему я такой веселый? Потому что это третья попытка записать, наконец-таки, этот ролик. И первый раз, когда нам доехала вот эта здоровенная посылка с Алиэкспресса. Поэтому сегодня мы распакуем огромную посылку с Алика с бюджетными действительно товарами. При этом все, мы распакуем также несколько других девайсов, которые никак не связаны с Алиэкспрессом, но тоже имеют отношение к геймерским девайсам. Пыль летает, что это значит правильно, что мы начинаем распаковывать. Кстати, у нас тут вот новый коврик есть, Союз. Но это не наш коврик, это наших друзей из Geekboards. Кому интересно, просто все это будет распаковываться на ковре Geekboards. Ссылку также оставлю в описании. Ребята, не просили, но мы это сделаем, потому что сами пользуемся ковром классно. Керамбит, конечно же, реклама керамбита нам проплатили. Ссылка на керамбит также в описании, как и под всеми роликами. Ну что, два точных хирургических надреза. Этого недостаточно, оказывается, для этого. Так, слушайте, упаковано все мое почтение. Оу, я знаю, что там приехало. Эту посылку я ждал. Эту посылку я ждал 2 месяца, ребят. 2 месяца до нас ехала эта посылка. Долго очень она проходила нынче таможню. Что? Все это время слушали плохой звук, а вот теперь звук нормальный. Я забыл начать запись звука. Что, все, да, вот так вот бывает. Это жизнь, друзья. Благо вовремя спохватился. Как вам качество звука, кстати? Вот до этого мы писали с какой-то из камер, там Ярослав все подставит. А вот сейчас мы пишем с микрофона качественного. Не ожидали? А звук-то? Ну, мой косяк. Знаете, сколько сейчас косяков было до записи? Вот еще, вот вы понимаете, да? Все, не нужно тут на меня. Ой-ой. Все сломал, это рука хрустнула. Так, ладно, все, мы это распаковывать сейчас будем с вами 300 лет, если просто не сделаем еще больше хирургических надрезов. Так, знаете, что это? Это у нас кейкапы доехали, наконец-то. Все серьезно. Так, ну наконец-то мы добрались до первой посылочки. Так. Халк крушить, Халк ломать. Это кейкапы, друзья. Сверху лежат кейкапы. Давайте сначала все это вот так вот в сторонку куда-нибудь, чтобы только нам ничего не сломать здесь, не... Все должно быть чинно и благородно, аккуратненько. Так, что? Это кейкапы... Что? Это кейкапы от IPAMaker. Профиль XDay, Dye Sublimation PBT, полибутилентерифталат. А, тут у нас, собственно, довольно классно показано, какие же у нас XDay кейкапы по сравнению с другими. Вот у нас XDay, DSA, MDA, ну, в общем... Вы все и так можете лицезреть. И давайте открывать и глядеть, что же у нас внутри. Ууу, какая няшная упаковка. Ну, не упаковка, а расцветка. И посмотрите на это. Красота, да и только. Выглядит все чудо следующим образом. Все это на резиночках, чтобы оно у нас не разлетелось во время транспортировки. Кириллицы здесь нет, но зато здесь есть мимимишные символы. Ну, в общем, для светлого... Борда для светлого кастома, думаю, будет самое оно. Давайте откроем и посмотрим на один из кейкапов чуть-чуть поближе. Возьмем, вот, например, Escape. Ну, по толщине, давайте так, где-то 1,5 мм, я думаю. Выглядит все следующим образом. Отлито очень ровно. Сублимация, то есть символы не сотрутся в ближайшем будущем. Ну и, собственно, выглядит все это... Следующим образом, детально мы их протестим в одном, я думаю, из роликов. Что мы сделаем? Правильно, мы соберем на основе, ну, с использованием, точнее, этих кейкапов какой-нибудь такой полукастом. Потому что, если это доехала та самая посылочка, там у нас должны быть несколько баз, для которых мы заказали и кейкапы, и свитчи, и, собственно, сами базы к нам приехали. Но первое нам попалось, это кейкапы, откладываем их в сторонку. И смотрим, что же нам приехало дальше. Давайте вот... Ой-ой-ой, ребята, вы зацените. Это Coiled Cable. У нас был выпуск про завитые кабели. Делали мы даже, по-моему, несколько роликов. Все нормально? Несколько роликов, несколько обзоров. У нас тут это со своей... Ох, как все упаковано круто, ребят. Вы зацените. А это, видимо, фирменный кабель. Опять же, вот и IPAMaker доехал. Так. Доехал, причем целый. И довольно классно... свернут, то есть опять же форму держит, сейчас покажу вам, форму держит великолепно, ну по крайней мере вот на момент распаковки, как он себя покажет в дальнейшем, посмотрим. Ну и расцветка, мое почтение, такая розовая, ну под название рубрики, скажем честно, да, то есть какое название рубрики, такие витые кабели. На самом деле расцветок куча, ссылки вообще на все, что вы найдете в этом ролике,
На меня ссылки не... Ну, ссылка на ВК будет, в ВК. И на запрещенную на территории Российской Федерации соцсеть, по-моему, я удалил, предусмотрел. Что у нас есть, это ссылка на телеграм-канал. Можете подписываться на телеграм-канал, потому что там всякие инсайды классные. Осуждаю, что ты говоришь. Террористическая запрещенная в Российской Федерации организация. Ухо, еще кейкапы приехали. Ссылка на телегу, короче, в телеграм, подписывайтесь в телеграм-канал, там всякие классные анонсы, там куча всякого контента, который вы найдете на канале и даже в группе во ВКонтакте, там еще опросы всякие, в общем, анонс, мое почтение. И подписывайтесь в группу ВКонтакте, потому что в группе ВКонтакте мы делаем розыгрыши, а еще там классные мемы, там вообще мемов, по-моему, у нас ни разу не было. Короче, мемов там нет, но подписываться надо, потому что там картинки классные постятся нашими любимыми редакторами, и при этом все новости. Ну где вы еще найдете новости из мира игровых девайсов, актуальные в день выхода? Конечно, только у нас в группе ВКонтакте. Ну все, отрекламировал нормально. Да, ну все. Так, ребят, смотрите, поставляется все это вот в такой вот коробочке, да? Вот эти вот такие капушки. Вау, мое почтение. Смотри, какая расцветка. Ну это же просто сексуальные кейкапы, ребята. Это сейчас бы, знаете, под... Что у нас там было-то? Да, да, было бы супер круто. Или на белую фельку, например. Они бы отлично подошли. Называется это Dark. Dark. Когда букву Г не выгаешь, Р не выгаешь. Dark. Привет. Смешно, ставьте лайк. Так, давайте. Слушайте, профиль, по-моему, ОЕМ, да? ОЕМ, либо черри. Тут не написано. Слушай, не написано. Тут... А это знаете что, ребята? Это гарантийный талон. Ну, на кейкапы. Слушай, а на коробке-то что, не написано? Так. Внимание, вопрос. Какой профиль кейкапов? Непонятно. Зато понятно. Это образование, а я про профиль. Про профиль кейкапа вообще-то. Так. По сету. Звучит. По сету. Смотрим. У нас все упаковано в такую поролоночку. Ну, попроще, да, скажем честно, попроще, чем предыдущий сет кейкапов. Тут у нас что внутри? Дополнительные колпачки для цифрового блока и для функциональных клавиш. А вот это уже нравится. Смотрите. Дополнительные какие у нас кейкапы здесь есть. Ну, красота же, да? Японские иероглифы. Все как это. Бюджетная бейджин опера от Вармилки, скажем так. Ладушки. Это уже интересно. Приехали два сета кейкапов, это хорошо. Приехал витой кабель, еще лучше. Вопрос, приехала ли нам база. И, судя по всему, мы. Я вам ответил на этот вопрос. База-то к нам приехала как раз-таки, по-моему, да? Это же база. Ну, это будет здорово, конечно, если еще приедут кейкапы. Но, судя по всему, это база. Черная коробка такая. Блин, слушайте. Отлично. Как будто кнопка от Ютуба. Вторая приехала. На черном. Черт, не хочешь фокусироваться? Осуждаю. На всякий случай. Мы не расисты. Опа! Только задом наперед, да? Только задом наперед. Это не российские шутки. Не российские шутки. Импортозамещение. Так, что? Давайте смотреть, что у нас в комплекте. Что за база? Не написано ничего. Тут тоже пусто. Не написано, непонятно. Так, это в сторону. Судя по всему, беспроводная, так как есть донгл на 2,4 ГГц и есть USB и USB-C кабель. Ну, дедукция это моя сильная сторона. Ого! Приколдес. Смотри, какой у него роллер. Ребята, оцените, какой у него роллер. Какой же он плавный. Вы даже его не слышите, да? Конечно, не слышите. Я слышу. Супер слышу. Единственное, что это северное расположение светодиода. Вот было бы тут еще южное расположение светодиода, вообще была бы топовая база. Как она называется? Это IPmaker Eclair 75. Тем не менее. Ну вот из минусов первое, что я заметил, это северное расположение светодиода, а не южное. Из плюсов. Это однозначно, скорее всего, цена. Я думаю, что она бюджетная, если мы ее смогли заказать в такой период. Но роллер, пацаны, вот это прям огонь. Очень необычное расположение. И форм-фактор 75%, да? Шумка у нас есть, судя по всему, и между платой и плейтом, и между плейтом.
там и платой. Между платой и корпусом, в корпусе есть шумка, и между платой и плейтом тоже есть шумка. А остальное... Слушайте, а мы соберем как раз на базе одних из кейкапов, но правда она в черном цвете, будут ли эти белые кейкапы сочетаться. Посмотрим, посмотрим. А также посмотрим, что у нас есть еще. У нас комплект... Ёшкин, матрешкин, вот это я поназаказывал, конечно. Куда весь бюджет уходит? Вот куда он уходит. Витые кабели, ребята. Он... Смотрю на монитор, знаешь, который сверху показывает, думаю, что, где нет ничего. Руки, и все нормально. Какая-то была ниточка. Ты ее переместил вот сюда, она мигрировала. Ой, какой, какой же расцветка красивый этот кабель. Не, ну, ребят, объективно, очень красивый цвет у кабеля фиолетовый. Давайте так, под этим видео набираем сколько. Что, никуда не переместилось, да? Да, все нормально, ты у нас так сидишь. Давайте так, набираем под этим видео, ну так вот, навскидку, 3000 лайков, 3000 лайков, и мы разыгрываем либо в группе ВКонтакте, либо в Телеграме, где уже вам будет удобно, один из витых кабелей. А если наберем, давайте, 5000 лайков, разыграем и сет кейкапов какой-нибудь. Гулять да гулять. Что, давайте смотрим на кабели, на кабель. Расцветка у него очень нежно-фиолетовая. Можно сказать, очень нежная. Расцветка нежно-фиолетовая. В нашем случае очень нежно-фиолетовая. Ярко выраженная фиолетовая. Ну, она вообще не ярко выражена. Смотри, она такая она пастельных цветов. Да. Это USB-C кабель. И он еще, давайте, немножечко ASMR-контента, ребята. Я не могу найти начало. Так, подождите. Нет, я не настолько голоден. Ты не ты, когда не ты. Едем дальше. Это что? Где? Да, где? Это укротитель. Где? Укротитель. Подожди, нам положили половину кабеля. Так, это все. Не понял. Так, одна из упаковок явно решила куда-то как-то что-то, но... смотаться от нас. Так, пакет в пакете. И в пакете. Ну тут вроде больше ничего нет. А, прикол. Так, в итоге к нам приехала... Слушайте, ну этот кабель обещал быть крутым. Ну он должен был быть шикарным. Он полупрозрачный, смотрите, вот. Видите? Но приехала половина. Половина! Для полной версии. Да, для полной версии что нужно докупить? Слушайте, приехал еще один черный кабель. Вот это мы с вами сейчас по полной, конечно, кабелями обзаведемся. Так. Ну, упаковка, кстати, мое почтение. Это прям действительно одни из лучших кабелей в плане упаковки. Как они себя покажут в будущем, конечно же, посмотрим. Ссылку на Coiled Cable, на витые кабели, которые вот все в сегодняшней распаковке оставлю также в описании. С черной клавиатурой будет смотреться очень круто, по-моему. Очень круто, очень шикарно. Ну, в общем, витые кабели у нас, их, мое почтение, разыграем среди вас. С вас просто лайк. Ну, а в группе ВКонтакте или там уже в Телеграм-канале подробнее расскажем про то, как это выиграть, какие там будут условия. И приехала к нам база от Skylung. Что же это такое? Мы не знаем, что это такое. Давайте быстренько с вами глянем. Это у нас с вами... Опа, это же... мы уже делали или не делали... У нас же была панда, вот которую мы распаковывали. Она же в таком же форм-факторе дип. Или не в таком же, пацаны? Ну-ка, к вам вопрос на засыпку. Тоже северный диод, но при этом всем есть шумка и силиконовая шумка. Так, ну слушайте, это база для кастома к нам приехала. Ну, для такого. GK96 Light. Только не панда, а у нас была панда на обзоре. Ну, то есть уже собранная клавиатура с классным сетом кейкапов. Что? Вот она выглядит следующим образом. Вот так вот база. Но к нам не приехали еще свитчи, поэтому будем ждать переключателей. Потому что, ну, кейкапы к нам доехали, это хорошо, это славно. Приехало к нам две базы, это тоже великолепно. Но не доехали к нам еще переключатели, пацаны. В комплекте у нас три дополнительных кейкапа. Стабилизаторы бонусом. Ну, в общем, как вы понимаете, свитчей здесь у нас нет. Но, первая база, которую мы с вами чекали, 75%, очень интересная, с роллером. Этот вариант мы уже сами видали. Но, тем не менее, если к нам доедут переключатели довольно быстро, то мы их с вами, конечно же, соберем все это вместе.
А теперь немножечко еще больше ASMR-контент. Смотрите, это Keychron K7, да, ну то есть никакой интриги абсолютно. Прислали ребята из Geekboards для обзора. Потому что у Keychron, Keychron это, пожалуй, наверное, одна из немногих в России клавиатур низкопрофильных. То есть у Keychron есть низкопрофильный, как, что-то у меня с речью как какие-то, по-моему, проблемы. Давайте немножечко ASMR-контента, чуть передохну. Что я вам хотел сказать? Keychron это один из тех вендоров, который на российском рынке представляет модели с низкопрофильными переключателями. Вот что я хотел вам сказать. И низкопрофильных переключателей-то у нас, ну, низкопрофильных клавиатур в целом не так уж и много механических. А Keychron, глядишь, не глядишь, а вот есть и есть. Цитаты великих. Нет, ну, друзья, в общем, почему именно K7? Потому что низкопрофильные и таких клавиатур мало. Мало конкурентов. Что там, Logitech за 20 тысяч предоставляет. Представляет клавиатуру свою и говорит, пробуйте. Но 20 тысяч это много. Это стоит дешевле. Намного дешевле, но тоже не дешевое. С вами сделаем полноценный обзор на вот эту низкопрофильную малышку. Потому что Keychron это вообще неоднозначная компания. Кто-то ее прямо покрывает, скажем так, нечистотами, да? А мы с вами постараемся подойти к этому более-менее... Отличное слово, Павел. Более-менее профессиональная, более-менее, вот эта формулировка мне уже не нравится. Постараемся подойти объективно и трезво. Во. Что по ставам? Слушайте, а ну, на удивление это вообще неплохо. Вы слышите? Не дребезжит? Не, для низкопрофильной клавиатуры. Она такая компактная, просто... Вот, ну вот, вот, вот. Она реально очень маленькая. Выглядит классно, вот на ощупь, первое впечатление очень. Не знаю. Слушайте, может, только низкопрофильная клавиатура у Keychron получается крутой. К тому же, все смотрите, с кириллицей, да? С латиницей. И... Она не беспроводная, да? Она проводная. Нет, она беспроводная. Ба-бам. Еще и с RGB-подсветочкой, как многие из вас любят. Так, как ее переключить? Ну, это мы с вами, так сказать, выясним уже... следующей серии, да? Ну, вы видите, что она с подсветочкой. Вот Q у нее мигает, значит... О! Загорелась. Ну, красивая, да, клавиатура? И первое впечатление очень приятное. Не знаю, слушайте, Keychron мне прям... Мне прям радует. Меня радует, что по комплекту кабель для зарядки, пулер проволочный и сменные кейкапы. В целом, очень неплохо выглядит, учитывая, что это в России все продается с гарантией, с кириллицей. И самая интересная клавиатура, которая к нам приехала на обзор, также от Geekboards. Слушайте, по цене вот эта клавиатура Shurikei Gear, она стоит дороже, чем Вармила, дороже, но выглядит мое почтение втройне. Давайте распаковывать. Быстро, максимально быстро глянем и сделаем полноценный на нее обзор. Но вот это прям, это то, что я очень хочу сделать. Это та клавиатура, на которой очень хочу сделать сильный обзор. Давайте. Напомню, клавиатура стоит, по-моему, дороже, чем Вармил. Ну, не самая крутая, типа там Beijing Opera какая-нибудь, она стоит, наверное, дороже. Но это очень дорогая клавиатура, и она выглядит очень круто. Не подглядывайте. Что? Ну ладно, давайте смотреть вместе. Первое, что, блин, какой уже буклет, вот знаешь, по буклету надо... Наклейка. Ну все, за наклейку сразу душу продаю. Классная клавиатура, берите, всем совет. Обзор не будет. Ну, качество полиграфии или полиграфии. Качество макулат... У нее еще апперкейс снимать, смотри, какие открыты. Смотрите, ребят, видите, апперкейс можно снять и сделать, видимо, скелетон. Так, ну нужно, будем посмотреть, гарантийный талон. Что? Ставь лайк, если помнишь йогурт скелетон. Там еще черепашки нити. Там еще череповидные люди. Так можно вообще сказать? Люди из костей, скелетон. Ну, ставь лайк. Просто. Так, слушайте, комплект поставки. Офигенно желтый кабель. Как вам эпитет? Офигенно желтый. Кейкапы дополнительные. Ну, мое почтение, да, комплект уже. Ай-яй-яй-яй. Так, что у нас еще? Желтый кабель, кейкап, пулер я вижу там. Вы там не видите, а я это вижу. Вот он там, пулер.
И все это вот, вот в стилистике самой компании. Слушайте, я вот честно впервые вижу эту, этот логотип, да, впервые вижу логотип этой компании. Но такое ощущение, что они делают клавиатуры, типа, как Леопольд или Вармил уже лет там 10-15. Давайте откроем наконец-таки саму клавиатуру. Перейдем, так сказать, к объекту вожделения. Так, все упаковано, конечно, шикарно. Пленочку. Внимание, уберите этот мешок от детей. Ну, пакет, речь про пакет. Никогда не используйте его. Короче, написан... Ну как вам? Ребята, как вам дизайн? Смотрите. Опа. Как тебе? Футуристичненько, да? Так вот, футуристичненько. А это что такое? Ого, это у нас подставка. Ну, точнее, это под ножка. Выдвижные ножки так у нас работают. Приколдес. Ну, вот что-то на стильном, да? На новом, на необычном языке. Еще два роллера. Не, ну, ну, Shurikei Gear. Очень классная клавиатура. Вот по первому взгляду, по первому впечатлению, великолепная клавиатура. Называется модель SKB65, 65%. А это металл у нас, интересно. Вот такая, знаете, мини-ручечка. Чем-то ручку от холодильника напоминает. Выглядит на самом деле, мы почти, давайте по стабилизаторам. Ну, неплохо. Оу, май. Щищ. Так. Оу. Так, это у нас регулирует яркость. Вот она дедукция, ребят. Вот она. Вот он, жизненный опыт. Только хотел это сказать. В общем, ребят, выглядит очень необычно, очень интересно, очень нетривиально, футуристично, фантасмагорически круто. Да, давайте больше заезженных эпитетов. Так, слушайте, она как-то... Опа, погодите-ка, сейчас мы ее в прямом эфире-то и разберем. Ну, в общем, это откручивается раз, я так думаю, это откручивается два, и мы снимаем апперкейс, да? Ну, по идее, все по логике должно быть максимально просто. Опа. Ну, вы, короче, с другой стороны пока откручивать не будем, но вы поняли, что клавиатура прям разбирается на раз-два. Трансформируюсь. Ну, типа. Так, это мы вовнутрь, да, вот сюда вот так. В общем, ребят, так, собирать мы это будем, конечно, дольше, чем разбирать. Так и было. Просто мы распаковали все, что хотели, чтобы не задерживать вас, чтобы не растягивать хронометраж просто так, из ничего. Спасибо, ребят, что смотрели. Надеюсь, этот ролик вам понравился. Этот выпуск, он получился веселый, подвижный, такой весь необычный. Я бы сказал, такой немножечко даже с заигрыванием, да? В общем, что-то мы куда-то не в ту степь идем. Очень интересные просто клавиатуры к нам приехали. Все это будем смотреть, разбирать, собирать и тестировать. Пишите в комментариях, на что делать обзор раньше всего. Подписывайтесь на канал. Здесь говорят правду о девайсах. И хорошего вам вечера. Что-то вообще все. Все, спасибо, мы все... Да. Пока. Это самая странная концовка.